А в Челябинске организуются воскресные посиделки с правящим архиереем. Владыка Феофан будет встречаться со своей паствой чаще. И не только на богослужениях, но и в неофициальной обстановке за чашечкой чая. С подробностями наши южноуральские коллеги. В кафедральном соборе Челябинска по благословению архиепископа Феофана учреждена новая добрая традиция. В дни православных праздников после богослужения во дворе собора будут накрывать стол со сладостями и угощать всех желающих горячим чаем. Во время этих чаепитий прихожане смогут пообщаться со священниками и с правящим архиереем. Специально для этого церковные служители купили два огромных самовара по 35 литров каждый. Владыка пообещал проводить такие воскресные посиделки на свежем воздухе регулярно, если будет позволять погода. За столом с архиепископом можно будет поделиться своими переживаниями, попросить совета в жизненных неурядицах или наоборот, взять благословение на добрые дела. Для того, чтобы детки наши видели добро, для того, чтобы мы понимали, что мы одна большая семья, святаго праведная Симеона Верхотурска. И Бог даст, будет, когда погода хорошая, мы будем постоянно так после служб пить чай.